Бейверу требуется модернизация оборудования для производства ветряных лопастей. Он обращается за кредитом в новый банк развития БРИКС, поскольку ему уже отказали несколько других местных банков. Здравствуйте! У нас есть финансирование в долларах, евро, юанях и других валютах, включая южноафриканскую валюту РЭНД. Это здорово! Не придется волноваться об обмене валют. Чистая энергия и зеленые технологии – это наши приоритеты. И мы рады поддерживать такие проекты. Отлично. Я оказался в правильном месте. Вы уже выдавали кредиты в рендах? Конечно. Более 4% всех кредитов мы выдали в рендах. А это более 17 миллиардов рендов. Но мое производство небольшое. У нас есть программы для малого и среднего бизнеса. Я хотел бы подать заявку на кредит как можно быстрее. Вы можете начать подготовку документов уже сегодня. Трейвер без проблем получил кредит в рендах, модернизировал оборудование, расширил производственные мощности и создал больше рабочих мест. Он показывает продукцию крупному клиенту из Индии, и тот решает разместить заказ. Объем поставок у вас увеличился, и качество отличное. Теперь вы можете справиться с моим крупным трансграничным заказом? С удовольствием. Моя компания перешла на уровень среднего бизнеса, но нам нужно больше кредитов. Вы слышали о финансировании цепочки поставок? Раз я сейчас в Йоханнесбурге, предлагаю обсудить это в НБР. Цепочка поставок, как вы знаете, это последовательный процесс от добычи сырья до изготовления конечной продукции, доставляемой клиентам. Финансирование цепочки поставок помогает малым компаниям получать деньги быстрее благодаря кредитным гарантиям крупных компаний. Как это работает? Это значит, что я предоставляю кредитную гарантию, а вам не надо. Можно понимать и так. Мы можем предложить различные финансовые инструменты. Я рекомендую вам финансирование счетов. Можете объяснить подробнее? Трейвер предоставляет счет Кумару, который дает гарантии. Мы оплачиваем, а Кумар возвращает деньги нам позже. Понятно. Я получаю деньги заранее, а Кумар платит позже. Это удобно для обеих сторон. Я согласен. Поскольку у обеих сторон хороший кредитный рейтинг, НБР предоставил Трейверу и Кумару льготные ставки. Финансирование цепочки поставок помогло Кумару успешно развивать международный бизнес.